Мобильный отряд особого назначения «Скорпион» отмечает свое 20-летие. Бойцы Каспийского ОМОНа управления Росгвардии, второй десяток, на страже закона. На базе спецназа побывал и наш корреспондент Камиль Девятов. Рыцари без страха и упрека. 24 часа в сутки они находятся в постоянной боевой готовности. Оперативно приходят на охрану правопорядка. Бойцы Каспийского ОМОНа принимали участие в антитеррористических операциях, теряли боевых товарищей, бывали в самых горячих передрягах, которые можно только представить. Отряду «Скорпион» 20 лет. За это время его сотрудники своими действиями показали, что способны выполнять любые поставленные перед ними боевые задачи. Праздничные мероприятия начались с построения личного состава. Поздравляли бойцов отряда командующий Северокавказским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Власенко и начальник управления Росгвардии Республики Магомед Баачилов. Уважаемые бойцы ОМОН, вы ежедневно рискуете своей жизнью и здоровьем во имя спокойствия граждан нашей республики и страны. Ваше мужество, отвага, самоотверженность, верность долгу вызывает чувство глубокого уважения и благодарности к вашей службе. Желаю вам успехов в нелегком труде, смелости, бодрости духа, крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения всех поставленных целей. Поздравляю вас с праздником, с 20-летием создания ОМОН, дислокации город Каспийск. Разрешите мне поздравить еще раз всех присутствующих бойцов отряда с этой знаменательной датой. Здоровья! Успеха в выполнении задач, всего самого лучшего. С праздником! Сотрудники спецподразделения для гостей подготовили показательные выступления. Всем желающим была продемонстрирована боевая техника. Посидеть за рулем военного «Урала» и бронетранспортера могли не только взрослые. Для детей была организована экскурсия, выставка техники и вооружения спецподразделения. Что понравилось и почему ты именно выбрал вот эту БТР и находишься в ней? Потому что все у нее закрыто и можно не спрятаться и ехать. Еще у нее есть две пушки, которые оснащены... БТР-80 предназначен для уничтожения живой силы противника на дальних дистанциях и легкобронированной техники. Вместимость его, экипаж его 8 человек. Вот она у нас оснащена, короче, пулеметом «Корд». Конструкция оружейников «Дегтяревцев» называется. Калибр 12,5, дальность 2000 метров по прямым целям и по воздушным целям 1,5 километра. В заключение экскурсии для всех гостей был организован обед. Полевая кухня в столовой отряда. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.